Друзья мои, никогда не теряйте надежды. Нет, ну вот знаете, у меня как, я же один. Поговорить по душам не с кем. Опять же, плоть страдает. Ну, она мне завсегда страдает. Записался в клуб знакомств для тех, кому за 70. ₽50 взяли. О, как старухи подорожали. Зато, говорят, дед, может, найдешь свое сокровище. Пошел. 15 числа, хотя в этот день, значит, в этом матч был, «Спартак-Динамо». О, до чего ради старух пожертвовал удовольствием. 50 рублей выкинул. А клуб у них, значит, открыт с 5 до 8. Потому что после 8 там мной засыпают. Ну, пришел, значит, ну, клуб. Значит, большая комната, музыка играет, буфет работает, печенье, лимонад, валидол. Нет, а там на все случаи жизни. Памперсы, клизмы, бинокли. И вот, знаете, это вот слева вдоль стены стулья. На каждом по сокровищу. А справа, значит, табуретки. На них искатели жемчуга. А, что в углу санитар? Ну, мало ли кто кому ответит взаимностью, так как инфаркт готов. И вот, знаете, я посмотрел что-то так налево, и что-то мне так жалко стало. 50 рублей. Подошел к санитару, говорю, видать, мое сокровище сегодня дома осталось. Ну, ничего мне там не светит. Говорит, ищите справа, деньги не вернем, хоть убей. Ну, сел справа, слышу, разговоры идут о суставах, о тромбах, о слабости половой. И потом, значит, вышел лектор. Лекцию стал читать о потере памяти. Читал. Потом забыл, с чего начал. Начал рассказывать о пользе контрацептивов. Какие уже контрацептивы, когда никаких зубов выговорить это не хватит. Потом начались танцы. Ну, я пригласил одну такую в ручках. Худенькую, поменьше ростом, чтобы в случае удачи меньше уходил на еду и одежду. Фу ты, танцует хуже меня. А главное, не знаешь, о чем с ней разговаривать? Сама заговорила. Вот вы знаете, что интересно? Вот вчера у меня давление было 160 на 90. Я думаю, зря связался. Ёмушки моё, больная и поговорить не о чем. Я говорю, как вас зовут, нимфа? Она говорит, Иван Петрович. Ёмушки моё. Я понял, что дедушка просто не той стенки сел. А сейчас бы я в какой-то шашлычной на эти 50 рублей. Потом, значит, объявили, это белый танец. Ну, на этот раз точно женщина. Без здрасте, без как вас зовут. Какая у тебя пенсия? А мне хорошая пенсия, поэтому я танцую, но молчу. Она опять, старик, скажи, какая у тебя пенсия? Вы лучше скажите, вы готовить умеете? Говорит, умею. Ну, а сама что готовлю, не ем. Я говорю, почему? Она говорит, честно, не могу. И вот, знаете, мне почудилось, что это под музыку в ее животе танцую. Я говорю, пенсия у меня 500 рублей. Ее как ветром сдуло. Настроение в конец испортилось. Захотелось сразу, знаете, купить вино хорошее, закуски дорогой, всего на 50 рублей. И вообще забыть об этих старухах. Потом еще два танца станцевал. Одна, значит, готовить хорошо, но в основном для кошек. У них штук 10. Я их терпеть не могу.
Другая вообще не готовит только. Голодает и чистится, голодает и чистится. Ну что я такой грязный себе голодом морить? Это на выходе уже столкнулся с одной женщиной. Ну, то есть как столкнулся? Она ростом в два раза выше меня, в три раза тяжелее. То есть она столкнулась, а я отлетел на 3 метра в сторону. Приземлился вот так вот здесь на задницу, думаю, ёмушки мои, ой, если наступит нечаянно, одна радость, смерть будет мгновенно. И тут вот она, знаете, заговорила человеческим голосом. Извините, пожалуйста, я на матч опаздываю, Спартак Динамо. Совсем забыла, что сегодня трансляция. Я говорю, а вы что, футбол любите? Говорит, обожаю. Я говорю, а готовить, стирать, гладить? Говорит, обожаю. Я говорю, а у меня пенсия хорошая. Только я далеко отсюда живу, не успеваю на трансляцию. И вообще, если честно, мне поговорить по душам не с кем. Говорит, идемте ко мне. Вот уже 3 года, как съехались. Ну а что, рядом со стадионом живем. А что, готовить, стирать, гладить, это все она. Я вот только все, мусор выношу, ну и перед матчем ей пивка налить. Обязательно. Друзья мои, никогда не жалейте 50 рублей. Даже если ходите в клуб для тех, кому за 120.